7-й школе Якутска по-прежнему нет электричества. На сегодняшний день городские службы еще не приступали к земляным работам. У энергетиков нет доступа к кабелю. Напомню, школа оказалась обесточена еще 8 декабря. Занятия у классов приостановлены. В световой день учатся только старшие классы с 9 по 11. У них по 4 урока, для всех остальных занятия отменены. По предварительным данным, поврежден подземный электрокабель.